Только руку так. Эльтон, прям мне в камеру так руку. Давай. 3-4. Эльтон, утро, трео. Трео. Еще раз. Последний, клянусь. Трео. Эльтон. Эльтон. Эльтон, утро, трео. Блеснет слезой лиловый рассвет, и берег тронет прибой. Никто из нас не знает ответ, где встретимся снова с тобой. Большой привет из Красной деревни! Сейчас проходит 100-километровый марафон вокруг озера Эльтон. И уже прибегает первый марафонец на отметку 62 километра в Красной деревне. Невольный блеск соленых ресниц, прощальных слов разнобой. Светлеют тени дальних границ, где встретимся снова с тобой. Слепая мгла, мерцанье звезд, играют каждой судьбой. А сердце ждет в молчании верст, где встретимся снова. Слезой лиловый рассвет, и берег тронет прибой. Никто из нас не знает ответ, где встретимся снова с тобой. Снова с тобой. Это моя первая сотка, самая тяжелая сотка. Последние 30 километров ноги сводило, через каждый километр ходьба, бег, ходьба, бег. Это очень тяжело. Мама, ты думаешь, что я бегу сейчас 56 километров? И очень переживаешь за меня. Но на самом деле я бегу 104 километра. Только здесь я понимаю на дистанции, как я сильно вас люблю. Эти эмоции, они непередаваемые ощущения. Ты влюбляешься в каждую дистанцию, в каждый километр и хочешь больше и больше. Это наркотик. И с этим я ничего не смогу поделать. Да всем, кто финишировал, привет, я хочу передать. Ну и тем, кто там еще остался, там еще кто-то остался. Еще сам много последний. Людей. Хорошо. Только живности почти не было. Пара змеек и какая-то зверушка перебежала тропу. Я решила, что пробегу во вторник. Поэтому это все равно неожиданно. Ну ты собираешься дальше? Буду бежать, конечно. Ну все, тогда все будет хорошо. Осталось 10 километров удовольствия. Все дурные мысли ушли. Осталась только радость от близкого финиша. И главное, как удивительно, раз намазал, и ноги сами побежали.
видимо, ну тут природа, тут же глиной мажется. Видимо, неспроста она в себя энергетику набирает. Ну это же Эльтон, тут все на курорт переезжают. Это было адски круто и жарко. Вот. Рады, что выжили. Мы сделали это. Солнце садится, марафон подходит к концу. Эльтон, жемчужина, степей Казахстана, красивые места, очень красивое озеро, вот закат слева. Прекрасный, очень прекрасный климат, но тяжелый климат для меня, для меня, с Урала. Для уральцев очень тяжелый климат. Стой! Все, вы молодец. Все, дистанция закрыта. 104, 104, да, могу поддержать. Все, молодец. Спасибо всем, кто верил в меня. Четвертый Эльтон самый лучший по организации. Довольны даже те, кого сняли с дистанции. Довольны волонтеры. Все поздравляют. Целуют, любят. А ты его с земли поднимаешь, воду даешь. А он рассказывает, какой ты хороший, как все здорово. Хотя сам сходит и не бежит 56 и остается на 28. Такого процента сошедших у нас вообще не было. Такого процента больных у нас не было никогда. И надеемся, все надеются, что так не будет больше. Но и такого процента довольных людей вот на сегодняшний день тоже, наверное, близок к 100. Я тоже довольна, мне тоже все понравилось. Вот на втором остановке была жара невыносимая. Ну, ну здесь уже нормально, солнце скрылось. Ну тебе нравится вообще да, работать? Да, вообще нравится. Поить, кормить воду, людей? Да. Тяжело, конечно, но уже намного легче. Эльтон, ультра-трейл, фантастика. И снова надо загадывать новые мечты. Новые желания, новые цели. Искренне всем желаю здоровья, подготовки, крепких коленей. Увидимся снова через год. Всех целую. Мы делали здесь практически все с нуля. Ну, не строили здание, конечно, но начиная там от баннеров и заканчивая, знаете, сборкой лавочек. По окраске. Вот. Все это у нас заняло 2 недели работы. Собрались такие люди, и которых любой смертный человек мечтает побывать. И я осуществила такую мечту. Я очень счастлива. У нас подобрался замечательный коллектив волонтеров и отзывчивые девчонки, которые ну, вложили всю свою душу в это. Я очень рада, что такое уникальное мероприятие, как марафон пустынных степей, Эльтон прошел именно здесь, у нас в Волгоградской области. И я надеюсь, что эта традиция станет, мы ее сохраним, как можно больше будем привлекать героев, настоящих героев, которые сегодня прошли и 28, и 56, и 104 километра. Я считаю, это настоящие герои, и очень рада, что у нас такие люди есть. Люди, которые готовы преодолевать, люди, которые готовы посвящать себя спорту, люди, которые готовы побеждать. Ура! Блин, хочу еще сюда. Тут реально круто, тут такая обстановка, такая атмосфера, такие люди. И хочу сказать спасибо большое всем тем, кто верил, несмотря ни на что. И именно ради вас, в частности, я сделал это.